Далее. Дорожная карта проекта. Вообще, стартовал проект с февраля 2018 года. Тогда началась разработка проекта, разработка биржи. Ну и далее шла разработка. Также в декабре 2018 года не раздали 700 токенов. Далее листинг ТМ на бирже. Ну и уже идет у нас в январе 2020 будет новый токен, и будет также свап, потому что они будут переходить на новый блокчейн. Далее, команда проекта. К сожалению, на сайте почти нет никакой информации о их биографии. Также я не вижу никаких ссылок на их соцсети. Это, конечно, минус. Я их скрывать здесь не буду. Это минус. Но у нас есть имя. Мы можем сами пробить информацию в биографии и изучить ее. Далее различные вопросы на ответы. Как я могу купить токены? Ну, как я и говорил, приобрести их можно будет на бирже. Биржа уже работает. Можете зайти. В следующем видео мы с вами более детально разберем биржу, посмотрим ее, как что там работает. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.